Всем привет! В этом видео расскажу, как можно форматировать накопители в разных форматах. Ну, в данном случае флешка самая дешевая с Китая, с Алиэкспресса. Вот программка. Программку это у нас AVMI Partition Assistant. Рекомендую, классная прога, небольшая, весит мало. Ссылка будет. В общем, вставили мы флешку, она у нас появилась в программке. Помимо флешки видим еще системные диски. Они, как правило, идут первые. Ну вот второй диск 2, например, да, это у меня флешка. Видим формат XFAT. Значит, я ее сейчас буду разбивать, точнее не разбивать, а форматировать FAT32. Вот. Ну и в другие форматы, то есть тоже это все покажу, как это все работает. Значит, нажимаем на накопители, форматировать. Правой кнопкой мыши, вот, видим, да. Нажимаем, выбираем точнее форматы, вот тут все доступные форматы, как вы видите. Выбираем FAT32, окей, и нажимаем кнопку применить. Ждем, этот процесс занимает там, ну может быть до минуты, до двух, то есть недолго. С жесткими дисками этот процесс занимает еще быстрее. Вот, ну все как бы, сейчас мы это все проверим, я вам покажу, это все работает. Программа отличная. Делает свое дело. С помощью нее тоже, кстати, можно и разбивать там, ну, все что хочешь, короче, делать. Вот, видим, да, флешка у нас, вот, формат стал теперь FAT32. Мы сейчас отформатируем ее в формат NTFS, закинем на нее большие файлы, запустим, проверим ее на консоли, на Sony PlayStation 2, на четверке, на телеке тоже покажу вам, как это все работает. Ну а вообще, как бы я проверял, и в том числе и на Nintendo тоже, там формат нужен, я уже не помню, тоже XFAT, кажется, или NTFS там подходит. Вот. Ну, то есть тоже работает, можете и для Wii использовать без проблем. Как флешка работает, как она дружит вообще с 4К телеками в плане воспроизведения. Ну то есть не тормозят фильмы 4К. Ну вот видим, я сейчас скидываю Марсианин, там 50 с лишним гигабайт одним файлом, формат МКВ. Ну и сейчас тоже покажу, как это все дело работает, запускается. Сейчас оно там. Единственный, конечно, момент то, что процесс копирования занимает больше времени, чем, например, с винтом. Ну, это понятно. Вот. Так, ну вот, мы включаем в телек и смотрим. Флешка стоила, ну, где-то гривен 120, там 130 на 64 гига. Это одна из новинок. Поэтому дешево, так что спешите. Вот. Ну и кстати, там еще дешевле есть, там без микро USB еще дешевле. Ну вот видим, вот фильм, то есть он его увидел, файл как бы появился. Сейчас я его включу, тоже как бы убедитесь в этом. Ну вот видим, да, ну качество заметно. Вот. Теперь вот это я проверял на PS2, вот, то же самое, то есть тоже, ну, только формат изменил, конечно, FAT32 поставил, закинул пару игр там. Ну вот как видим, сейчас вот запускается меню мод чипа, все, ну заработало, то есть вышло меню, то есть флешку прочитала приставка, загрузил тут игруху. Ну короче, она работает нормально. Никаких как бы прям особенностей я не заметил. Как обычная флешка работает так, как и должна. Это я проверял на четверке. Здесь XFAT формат для того, чтобы можно там большие файлы было считывать. Вот я сейчас установлю пятую GTA, то есть тоже там без проблем. Ну вот видим, да, то есть все это видно. Накопитель, консоль увидела. Ну вот так вот, вот видимо все установилось. Опять же, я же говорю, что процесс установки занимает, конечно, дольше времени, чем по сравнению с винтом. Ну а так это работает, самое главное, то есть
Спасибо за просмотр, всем удачи, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.